Всем доброе утро, хорошего дня. Вот в отель наш приходит Геринуки с утра, как раз на ту территорию, которую я зашла, и сейчас там просто никто не живет, потому что не сезон. А вот летом, июнь, июль, август, сентябрь, там очень много людей. Помните, тогда охранник даже за мной пришел, там фиг его знает, какие хищники зайдут туда. Вот Геринуки пришли, а мы уезжаем из отеля в новый кемп и будем показывать вам новый парк Buffalo Spring и уже переедем в другой отель. Ну что, друзья, уже выехали с нашего отеля, покинули наш Soba Samburu Lodge и едем в другой парк Buffalo Springs. Эти сафари-парки рядом, и там будет уже другой отель, но сначала посмотрим на сафари. Сегодня солнышко с утра. Да, сегодня такое солнце, вчера такой дождяра было. Ну вот такая вот она Кения зимой. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, поехали вместе. Всем доброго утра, друзья. Вот, уезжаем уже из парка, и такое просто наслаждение стада жирафчиков. Они еще так бежали умильно. Кстати, хотим сказать вам, мы почитали и нашли в интернете, что это сетчатый жираф. И не ресикулейтед, как я говорила, а ретикулейтед. Да. Вот. Если вам это что-то даст знание английского, будет здорово. Так что учим с нами биологию и английский, и путешествуем. Вот, сетчатый жираф. Он реально похож как на плиточку, как сеточка. Ну, может, это дословный перевод, а биологический еще как-то. Это мы не дочитали. Да, в общем, просто мы помним из этого, что ретикулейтед и Ротшильды, и какие-то еще третьи. Ну, Ротшильды такой с гривкой, они были в парке с жирафами в Найроби. А эти вот сетчатые как раз тогда говорили, что вы можете увидеть на севере их. И мы даже думать не думали, что мы пойдем с вами на север Кении и увидим этих прекрасных сетчатых жирафов. Боже, сколько смотришь, все равно. Да, это вообще просто наблюдаешь, и ну это кайф какой-то. Мы все еще в Самбуру, но такая местность уже более как открытая. Да, нету таких высоких больших кустовых деревьев. И слоники нас встречают. Сзади, кстати, тоже есть стадо. Сейчас покажу вот это вот создание прекрасное. Много слоников увидели с вами. И они не такие большие, как в Амбасели, и не такие агрессивные. Помните, в Амбасели у нас постоянно какие-то были разборки со слонами. Мы бежали, слоны бежали. Ну, точнее, мы от слонов бежали. Слоны бежали к нам. Ну, а здесь какие-то они меньше. Такого же цвета песочного, как в Цау. Но в Цау тоже они больше. Ну, в Цау они больше, да. И какие-то прям, не знаю, дружелюбные, что ли. Вообще, после всех наших визитов и общения со слонов, я не могу сказать, что они дружелюбные. Но эти вот какие-то... Ну, тем более с малятами. Они же будут защищать их, как львы. Да, вот такая красота, и вот такое вот уже финальное Самбуру. Слоны подошли так близко к дороге и решают сейчас переходить, не переходить. Там три слона и маленькая, да, маленькая слоненятка. Ага, сейчас пойдут. Это вот напоминание, как в Амбасели слон вышел на дорогу и нас так с дороги. А ну, пошли. Все, вон и пошли. А ну, да, маленький. Вон малечек. Боже, такое прикольное. Такой маленький. Все, мама. Прям сразу раз и прикрылась. Да, да, да. Ну, все. Вообще его на Вите не видно, все маленького. Друг застрял. Он бегает. Третий. Не бачу его в камеру, если честно. А ну, шути. А там малыши там стали. Там теж, я не знаю, штук 8 или 5. 8 или 5. Красота какая. Сейчас наблюдаю. Ну вот мы уже приехали в Buffalo Springs парк, национальный парк. Такой красивый, в виде зебры прям. Надеюсь, тут увидим много зебр. А там вход был в виде... Да. Там вход... Типа в сетчатом жирафа. Смотри, какие домики прикольные, да, и такое бельишко. А, классно. И туда был вход $70. Есть.
$70 въезд в парк. Сейчас посмотрим. Для резидентов вообще там копеечки и цены. Так, что у нас здесь по ценам не видно. Ага. Тут цен нету, но есть прикольные бусики-трусики, я уже вижу. Киоск. И вот такие вот, снова не побоюсь этого слова, космические виды. Вот он, мы с вами в Баффало Спринг парке. Круто! Thank you. И сейчас увеличу бусики-трусики. Ну, сувениров мы уже много показывали. Показываю птичек вам на скорости такой нехилой. Сидят просто. Ух ты! А это эти? Колча или как? О, колча, он сказал. Мы не понимаем пока, что это. Честно, размах... Ой-ой-ой, где-то здесь мы льва пропустили. Смотрите, вот это да. Надеюсь, ничего блюрить не надо. Сейчас зеброчка. Водитель подъедет. Это была зебра. Вот ты хотела зебру убить. Это стервятники. Колча, стервятники. Боже, какие они здоровые. Посмотрите просто. Ох, как хрустят и кушают. Кто-то бежит такой, тык-дык. Аж хрюкает. Это прям таки жесть, я вам скажу. Такой неожиданно даже момент такой. А вон они еще дальше, вон сидят. Стервятников просто дофига. Ну, так есть надежда, что мы увидим здесь наших красавцев-кошек. Ох. Друзья, конечно же, куда без шакала. Вот они ждут. Надеюсь, вам видно, они далековато ждут, навострили ушки. И один в кустиках там. Ага, один в кустиках, один стоит, видно, и еще слева от него двигается. Больше ты спрашивала, что они дальше бывают? Не, они вот такие мосятки. Такие мосятки такие пакостные ждут, пока стервятнички доедят. Тоже пришли на это, на что, на убит мы будем? Ага, вон такое. Значит, все знают, а там вдали, да еще двое. Малятка такое бежит. Местная достопримечательность. Ага. Ждут шакальчики, ждут, пока освободится им косточка. Ага. Ну там вообще так добряче, конечно. Ну и стервятников просто кишня. О, трое шакальчиков. Не знаю, что сейчас. Видно, что... Ох, жесть. А вот и ориксы. Прямые рожки. Ориксы такие прям такие вот красивые, такие как... Какие-то гордые животные такие. Такое у них выражение лица спокойное, такие не кушают себе. Да, вот. Ну, что, с такими рогами. Как... Не спешат, не убегают никуда. Хотя мы близко и не подъехали. А они метров 100. Да. В пустыне много ориксов же. Да, кстати, обратите внимание, другая местность все-таки. Хотя парки рядом, местность другая. А вон, по-моему, еринок стоит под деревом. Ну, вообще незаметно, мосяничек. Ага, вижу. Сейчас. Вот такой. Опа, и в нычечке. А где же наши кошечки в нычечке? Да, тут уже как-то более открытая местность, и под любым кустиком уже надеемся обнаружить какую-то интересную кошечку. Друзья мои, вот и зебра. Слава богу, живая. Кстати, эту зебру просто сбил автомобиль. Ее работники принесли просто, ну, чтобы стервятники покушали. Ой, вот так вот. А это гравий, вот эта зебра? Здесь из гравия. Это та, которая черная в белую полоску, чтобы больше черного. Какие они красивые, как раз мы хотели их увидеть. Слушай, и вам показать. Слушай. Боже, как чебурашка, я просто не знаю. Це ушки, очи, знаешь, додаткові очі. Ой, какие. Я ніколи не бачила, що у них такі овальні ушки. Такі прикольні. О, тут просто. Хлопці, не ходіть туди прямо, не ходіть, там страшно. Последний мальчик. Ой, красавчик тоже. Оп, за куст. И нет зебры. Потом выходит, есть зебра. Вот такое оно сафари. Это называется грави-зебра. Грави, да? Да, грави. Как подливка грави переводится. Теперь я понимаю выражение «кружат стервятники». Да, покушали и вперед. Кружить. Там где-то. Зебра. Танец какой-то. Да. А тут стервятники. Ой, смеш.
Ох, да. Кстати, против часов. Едем с вами. И кто здесь? Жираф сетчатый. Вообще, смотрите, они прям в компании. Ой, красота. И вот компания. А это импалки, да? Это, да, по-моему. Или гранд-газель. Ага, сейчас все проезжаем. А уже, кстати, рацию включили. Тут нормально рация передает, потому что в этом вообще рация не работала. Никто ничем делиться не хотел. Никаким месторасположением. А вот Савы МБСЛ просто много было. Ой, пумбы! 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 Пумба! Класс! Ура! Где пумба? Пумба, дева, дева. Вот серенькие пумбочки. Он же бородавочник. Пумба! Ой, какие они серые тут. Извините, очки сейчас положу. С малышами. Да? Там ты вы такие малечи, боже. Точно. Так, а что у нас тут еще? И хвостиком там. Тын-дын, тын-дын, тын-дын. Жирафки, газельки. Ой, шикарно. Слушай, ну баффало уже пока кто-то, да, такой даже и уже радует. Зебру жалко, а так, ну, нормас, в принципе. В смысле зебру? А, господи. Да, жалко. Тоже шкода. Эх, Марти. Дружбан. Ой, вообще просто. У них тут прямо это, как это. Во двор выходят все погулять, берут детей и идут делиться последними новостями. Угу. Там жирафки вообще такие стали под это. Мы не жирафы, мы подпираем просто. И пумбочки. Класс, а мы думали, пумбочек уже не будет. Красота. Там три большие пумбы и куча малыша. Ага. Наташа, цветы-то какие-то классно пахнут. О, смотрите, натуральная вода, и тут хлопчики уже купаются. Какая она чистая. Вау! Это немцы тут были и сбросили бомбы? И сбросили... А что он про британцев говорил? And then after Britons... Сейчас, сейчас. Ребята... Я тоже хотела покупаться. Пришел покупаться? Ага. This is where the German hit. They thought that they were hitting the lobby. They came and hit here. This is where they dropped the two bombs. Две бомбы сбросили. That came out. When the bomb hit the ground, the water came out. Пошла вода. Ух ты, ну вода реально как... Натворили, а не знали, что здесь... Как такая чистейшая вообще. Natural water. Nice. Так как, представляешь, оно бы вот, значит, с поднизу идут какой-то источник. We can come outside? Cool, ну пошли. Так, ну что, идемте с вами. Вы же с нами, мы не боимся. Ой, только тут выход. Аккуратно так, допрыгнуть что, еще бритиш, до земли. Бритиш, сейчас узнаем все, бритиш. Бритиш сказали, IELTS давать на хорошую оценку. Кстати, бутылку эту мальчик выкинул оттуда. Вот это вот бутылка, что лежит. Из этого озера. Вау. How is water? Very clean water. Very clean water. And nobody, apart from the people, comes to remove the dust. The water itself is very clean. Запахи вообще класс. А где, то есть это две бомбы здесь? Это очень красивая вода. Вот одна бомба упала здесь, а одна бомба там. Но это все открыто для людей, можно плавать. Сказала Наташа, мусор все-таки бросают. Давай посмотрим. Сможешь через это, нет? И что? А посмотри на воду, какая красивая. Надо опустить на воду. Не, облака. Отразились облака. Красота какая. Ребята сюда приехали просто покупаться. Так, надеюсь, обезьян нет, и никто у нас вещи из машины не заберет. Теперь вот солнце вышло, смотрите, как оно просто переливается. И ребята наслаждаются. Классно. Вообще просто ярко. Цвета обалденные. А show me please your ear. Ear, ear. Even me, I'm a Samburu warrior. Samburu boy. Oh my god, nice.
Nice. Nice to meet you. Hi, Jogo. Hi. It's very nice. Ого, такая дырочка. Ух, я ж заметила. Он такой, подождите, я сам буду бой. Сейчас я вам все покажу. Ты снимаешь видео? Да.